У российско-грузинского журналиста, музыкального критика Атара Кушанашвили случился сердечный приступ. Появилось видео, портал Шот опубликовал, как его вывозят на кресле в скорую. Позже, несмотря на то, что сердце дало сбой, Атар бежал из больницы и записал видео. Я похож на хворого человека. Вы заебетесь, блядь, раньше, чем я заболею, блядь. С подробностями Жан Содель. Здравствуйте. Кажется, плохо 53-летнему эмоциональному ведущему стало в салоне, где продают сигареты и спиртное. Кажется, ему стало сложно дышать. Тут же максимально быстро вызвали медиков, и врачи хотели, чтобы он хотя бы на ночь остался в палате интенсивной терапии, но Атар сказал, что будет дома и под расписку об отказе госпитализации бежал домой. Позже записал еще эмоциональное обращение, то есть, видать, валерьянки ему там не дали, и слушать его полностью без запикивания на Ютубе нежелательно. Я полон сил и огня. В данный момент, в данный час, в данную секунду, я похож на хворого человека. Вы заебли. Сейчас состояние Атара Кушанашвили оцениваю как стабильное. Вот супруга сказала, что сердечный приступ мог быть, потому что он плохо спит. У него постоянный стресс. Журналисты, ну прям дежурят у дома Атара Кушанашвили. Ведь действительно, если у него был сердечный приступ, не пойми, как вообще это сейчас все будет, чем это все обернется. Известен Атар Кушанашвили своими видосами на Ютубе. В свое время он работал журналистом, он позже понял, что дома лучше. В частности, с 12 по 14 года вел программу «Атар против» на радио «Комсомольская правда». Тогда же был авторский проект «Как кого тоже на радио «Комсомольская правда», и вроде как на РАС-ТВ некий, да, не знаю, такой канал, потому что я сам из Беларуси. То есть 29 января 2020 года ведет программу «Каково» на своем YouTube-канале. Такая вот новость. Вы знаете, на мой взгляд, раз плохо ему стало в салоне сигар и спиртного, то, быть может, действительно любит он эти дела, и, естественно, сердце не выдержало, а он не мальчик, 53 года, здоровье важно беречь. Что думаете по этому поводу, напишите в комментариях, конечно, оцените видео, чтобы вы увидели и другие, можете подписаться, каждый день обсуждаем самое важные интересные новости вместе. Есть вариант поддержки канала, номер карты и ссылка на донат в описании под этим видео. Спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня.